Состояние Олега Сенцова продолжает ухудшаться. Об этом заявила представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона ради спасения Сенцова привлекала международных партнеров, но пока безрезультатно. Я напомню, украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской колонии. Она продолжается уже 117 дней. Украинский МЗС, звичайно, на контакте, все мы на постоянном с адвокатом Сенцова. И мы ожидаем информацию с первых уст от адвоката, который эти долгие месяцы, от единый, имеет возможность иногда Олега видеть. За ту информацию, которую отримаю я и Людмила Денисова, уповноважений Верховной Ради справ людини, звичайно, есть серьезное погіршення здоровья и в Олега, и в Володимира Балуха, которого так само незаконно отримують оккупанти в Криму, в других наших політв'язнів.